И тоже храм на вершине Партамнака. Ой, какие тут ароматы, мне так нравятся эти ароматы благовоний. Он прям в нирвану носит. Тут колокол, где загадывают желания. Здесь вы тоже можете приобрести сувенирную продукцию. Это тоже тут на удачу, на денежную, видите. Периметру расположены, я так понимаю, что возле каждой. А, это вот дни недели. Каждое божество день недели. Уже подзабыла все, надо почитать про это дело. Везде ходят живые петухи. Ой, господи, цыпленочек, это такая ж милота. Очень спокойно. А главный закрыт. Медитируют люди. Вот вам передать обстановку. Разные виды. Человек может просто посидеть. Я не знаю, туда можно заходить, нельзя. Тут гробница, ну, похоже на нее, но никого нету.